сосуды образуют узлы. Вот это я не сказал. Сосуды лимфатические образуют лимфатические узлы в области шеи, в области паховой области, под подмышечных впадинах, на сгибах конечностей. У нас там везде лимфоузлы есть. Кстати, знаете, какая новость у нас? Если мы съедаем что-то, что-то очень, ну, не очень качественное, оказывается, это, попадая в пищеварительную систему, там на слизистой оболочке кишечника или желудка внутренней, там есть лимфоузлы тоже. Их называют лимфатическими узелками. Именно на внутренней поверхности кишечника и желудка. Если мы съели что-нибудь плохое, это все начинает влиять на них. Бактерии начинают уничтожать клетки. Знаете, там в лимфоузлах производятся клетки крови, которые называются лимфоцитами. Потому что если что-то не то съели, это будет влиять на лимфоциты, иммунитет понижать.